Заходите, ребятки. Заходите, заходите. Так, повернитесь к гостям. Повернитесь и скажите здравствуйте. 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 Доброе утро, да? Ребятки, посмотрите на меня. Скажите, пожалуйста, а как наша группа называется? А какое у нас правило? Вместе играем, вместе гуляем, учимся вместе и отдыхаем. Посмотрите, кто к нам летит. Ну-ка, ну-ка. Смотрите, что мы вам принесли. Это колокольчики. Какие интересные звоночки. Ну-ка посмотрим, ребятки. Посмотрите, какие колокольчики. Так, давайте мы их разберем, да, и поиграем. Ну-ка. Так. Берем, 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 берем. Так, приготовились. Все колокольчики взяли. И пчелкам дадим. Так. Держи, пчелка, тебе тоже колокольчик. Так, ну пока мы тут положим. Приготовили? Подзвенели, подзвенели. А теперь спрятали колокольчики и послушаем меня. Мы сейчас с вами по кругу побежим и громко будем песенку петь. Громко-громко будем песенку, как пчелка поет. А потом пчелка немножечко отдохнет и будет тихо песенку петь. Готовы? Ну, полетели. Громко песню пчелки пели. Быстро, быстро полетели. Пчелки отдохнуть решили. Песню тихо не спели. Снова громко песню спели. Быстро, быстро полетели. Теперь мы колокольчики. Пчелка, что сделаем? Соберем, да? Так. Спасибо тебе за такую интересную игру. Держи. А я вам принесла мячик. Непростой. С ним вы можете интересно поиграть. Давай-ка, пчелка, мы поиграем. Вставайте, ребятки, в круг. Беритесь за руки, возьмитесь за руки, в круг большой-большой. А теперь послушайте меня. Игра называется «Один и много». Я буду говорить вам «один», а вы мне «много». Хорошо? Договорились? Ручки отпустили. Я буду мячик вам кидать. Одна пчела. Много пчел. Одна бабочка. Много бабочек. Ух ты! Один комар. Много комаров. Один жук. Много суков. Молодец. Одна бабочка. Мама, бабочка. Ух ты! Так, один сверчок. Много сверчков. Сверчков. Много сверчков. Ну-ка все, ребятки, скажите. Много сверчков. Хорошо. Один муравей. Держи. Много муравей. Нет, много муравьев. Скажите. Много муравьев. Одна бабочка. Много. Один сверчок. Много сверчков. Одна пчелка. Много пчелок. Отлично. Хорошо, сейчас мы еще спросим родителей. Один жук. Много жуков. Хорошо. Одна бабочка. Много бабочек. Спасибо большое. Давайте, ребятки, похлопаем себе. Молодцы. Отлично, справились. Молодцы. А теперь что-то пчелка нам принесла.
Ну-ка сбегай, скажи-ка нам, что там еще? Вот. Так, и клюв. А еще мы вам принесли интересную игру для детенышей, ищут свою маму и папу. Хорошо. Ребятки, посмотрите, какая это интересная игра, где детеныши ищут маму и папу. И правда, у всех есть и мама, и папы. И все живут в семье. И пчелки живут в семье. И бабочки живут в семье. И даже животные, они тоже имеют семью, да? И маму, и папу. А сейчас вы сядьте, пожалуйста, на коврик все пока. Я расстелю коврики. София, иди сюда с этого конца. А ты садись сюда, Милана. Так. Даня, иди сюда. Ты здесь. Лилиан, а ты здесь. А я. Так. На коленочки садитесь. Йонха, ты здесь. Раскатывай. Так, Альмира, а ты здесь. Так, а ты здесь. Все правильно. Ангелиш, а ты сюда иди. Вот сюда, к Дарьяну. Иди. Так. А посмотрите-ка у меня, что есть на подносике. Я тут спрятала для вас. Вот они все животные. Кто это у нас? Поросенок. Вот у нас Лилиана будет собирать поросенка, искать маму и папу. Дарьян, это кто? Маленький кто? Алова. Нет, маленький. Тип? Теленок, Юрка, умничка, значит, ты будешь собирать теленка. Достан, это кто? Это жеребенок. Жеребенок, значит, ты будешь собирать, искать маму для жеребенка. Альмира, это кто? Вот мама, котик. Котик, котенок, конечно. Вот сюда, на краешек садись, вот. Тебе будет удобно. Вот. И будешь на коврике собирать. Нет, сюда, поворачивайся сюда. Я. Так. Вот. Куда я тебе? Повернись, встань. Вот садись сюда на коврик. Ой, рядом с ковриком, вот здесь собирай. Так, дальше смотрим. Это кто? София. Это ягненок, да? Маленький ягненок. Тебе ягненок, будешь ягненка собирать. Посмотри-ка, Ангелина, это кто? Собака. Собачка. А у собаки как маленького зовут? Тим. Собака. Как маленького зовут? Щенок, конечно. Будешь собирать собачку, щенка? Будешь? На, держи. Так. Это кто, Дарья? Чудёнок. Кто это? Зайчик. Зайчик. А домашний как называется? Кролик. Это маленький крольчонок. Будешь крольчонка собирать? Да. Давай, тебе крольчонка. Я уже сделала свое. Хорошо. А тебе, Милана, это кто? Посмотрите внимательно, ребятки. Кто это? Тёлёнок. Нет, вот сюда посмотрите. Алова. Нет. Тёлёнок. Это козлик. Да, маленький козлик. Так, держи, это собирай козленка. Так. Маленький. Лилюш. Получилось? Посмотрите, пчелы, походите, посмотрите, как ребятки справляются с заданиями. Посмотрите, как Лилиана уже сделала. Спросите у нее, кто у нее? Лилиан, кто у тебя? Лили, у тебя кто? Кто у тебя? Вот это кто? А вот поросенок. Поросенок. У тебя кто? Щенок. Отлично. Давай, давай. Собирай. Мама, папа, да? И целая семья. А семья, семья у ягненка как будет называться? Стадо. Стадо. Стадо, да. Вы это слово тоже знаете. Да. У лошадок. Да. А у лошадок целый табун. Когда много лошадок, это уже целый табун. Их много. Да, да. Получилось? У тебя кто? Котенок. У тебя кто? Жеребенок. Юрхам, у тебя получилось? А? Давай, вот сюда немного, чтобы тебе удобно было. Давай, сначала посередине поставим, кто это? Теленок. Теленок, конечно.
конечно. Это мама корова. Да, да. А папа был... Ребятки, кто доделал? Кто доделал? Получилось у тебя? Ангелин, помоги. Помоги Милане, Ангелиш. Помоги Милане. Мама. Посмотри, Милан, посмотри. И сделай потом точно так же, хорошо? У меня еще карточка помогла. Ребятки, кто сделал? Кто сделал? Подойдите ко мне. Подойдите ко мне, кто сделал. Ты сам доделал? Снова начал, что ли? Ну, давай доделай вместе. Давай. Я тоже ищу шкурку. Вот так? Посерединке. Маленький детеныш, он посерединке. Ну, здесь немножечко просто не совпадает. Чуть-чуть. Чуть-чуть, я не видишь. Так. Могу тут еще.
вот эта земелечка, давай будем посыпать здесь. Давай, не засыпай землю, посыпай. Подожди. Сейчас сначала надо земельку посыпать, да? Вот отсюда взять земельку и посыпать. Все правильно, правильно. Правильно, вот отсюда берем земельку с серединки и посыпаем. Земельки посыпаем, а потом не забываем полить, чтобы оттуда появились цветочки, росточки, где потом наши пчелки будут собирать нектар. Сейчас Ангелина, а потом ты. По очереди. Спасибо большое за внимание и до свидания.